нас бомба! Нужно охватить весь район и проверить, что я почувствую. Самое безопасное место для нее. Но реки! Время уходит. Так и вижу заголовок в Daily Bugle. Человек-паук загрязняет природу. Взрыв бомбы в час пик привел бы к неисчислимым потерям среди жителей города. Благодаря Человеку-пауку никто не пострадал. Придется искать другой способ путешествовать. Интересно, на что жаловался Джона Джеймисон, пока не появился я? На дорожные пробки? Сегодня мне везет. Срочная новость! Паутину нужно к чему-то приклеить. Кто-то не хотел, чтобы я отыскал то, что здесь спрятано. Но я невероятно любопытен. Thank you.
Ноздри я не закрывал, так что храпеть не будешь. Можешь не благодарить. Братва! Я его видел! Теперь мы... Однажды я подрался с настоящим неудачником. Так вот, он был лучше тебя. Они начинают что-то подозревать. Я тебе слишком опасно. Нам нужно идти. Кто-то не хотел, чтобы я отыскал то, что здесь спрятано. Но я невероятно любопытен. Я что-то засёк! Паук, бегом сюда! Давай, паук, покажи себя в деле! Сегодня ты умрёшь! Тебе легче предсказать. Если ничего не изменится, они точно меня заметят! Как весело. Давайте еще раз. Специально так медленно шевелишься? Это что-то из репертуара мимов? Здесь кто-то есть! Нужно уходить! Кто-то приложил немало усилий, чтобы это спрятать. Сиди, расслабься и побалдей в отключке. Что? Паук, сюда! Братва, я его видел! А давай не будем драться. Ладно, так и быть. Давай подеремся. Все попались.
ноги! Прекрасно. Пойманы с поличным. Пора перейти к другим способам передвижения. Думаю, ее наработки могут быть полезны. Чудесная композиция. Она отличный полицейский. Полезная информация. Забавно, если уровень преступности растет, виноват я, а как только он снижается, все обо мне забывают. Нужно охватить весь район и проверить, что я почувствую. Если обезвредить не получается, придется ее утопить. Почему люди становятся подручными злодеев? Из-за низкой самооценки? Время уходит. Только не благодарите все сразу. Взрыв бомбы в час пик привел бы к неисчислимым потерям среди жителей города. Благодаря Человеку-пауку никто не пострадал. Больше никогда не стану есть чесночную пиццу перед тем, как натянуть маску. Сам не знаю, куда сейчас целился. Здесь произошло что-то ужасное. Отлично получилось. Такие ребята всегда ошибаются. Рано или поздно.
Умоляю, Человек-паук, спаси меня! Я чувствую опасность. Я вместо шашлыка. Только помни, я не лошадь. Не надо меня понукать. Интересно, злодеи ценят мои усилия по их поимке? А пассажиров на тебя не тошнит? Слова потрясенной жертвы преступления. Если бы не Человек-паук. Паутина не зацепилась. Оказалось, что лучше и быть не может. Придется искать другой способ пошли! Я копам не дамся! Ты просто тощий пацан, да? Вуаля! Да, я задал жару. Эй, негодяй в отключке. Я задал жару. Как всегда приятно вынести мусор. Многие из хулиганов, задержанных Человеком-пауком, разыскивались за совершение более серьезных преступлений. Если бы костюм меня полнил, мне бы сказали, правда? Водитель на свете. Помогите! Я просто хочу выбраться! Теперь им уже некому угрожать.
В мгновение ока машина была остановлена, а преступники арестованы. Пора перейти к другим способам передвижения. Вроде бы спецгруппа снижает уровень преступности, но ходит много слухов о том, как они преследуют невиновных. Кто-нибудь проверял прошлое этих офицеров? Совершенно не понимаю, почему люди до сих пор работают в Оскорб. Безумие какое-то! Здесь бомба! Стоит только оказаться поблизости с бомбой, и я точно ее почувствую. Только не благодарите все сразу. День, когда могла произойти трагедия, стал... Сам не знаю, куда сейчас целился. Пристегните ремни! О, да! Thank you.
наверняка стоит бешеные бабки. Грабля убери. Работаем по плану. Ждем паука. Если из-за тебя включится сигнализация и явятся копы, бабки тебя не спасут от Кингпина. Понял? Заманить меня в ловушку с такими идиотами? Ха, они это серьезно? Надо избегать камер. Или полиция все повесит на меня. Посмотрим, что я успею сделать, пока меня не заметили. То, что нужно. Слабо. Почему именно музей? Тут так скучно. Как будто я опять в школе. По музеям? Эй, закрой рот и займись делом. Дамочка сказала идти в музей, значит, идем в музей. В музеях есть что украсть. Отлично. Кажется, я уже знаю, кого найду. Что такое? Жизни ты не страшный. Вижу паука! Что? Не расстраивайся. Не то чтобы... Ну, просто у тебя не выходит. Медленно шевелишь. А почему мы должны драться с пауком? У Кингпина же есть люди, ну, подходящие. Эй, у Кингпина есть план, и он нас пока не подводил. Хочешь с ним спорить? Валяй, если уж шутки дадим. Впечатляет. Поработал над собой. Фелиция, почему-то я не удивлен. Неужели наши отношения... Я выучил ценный урок. Бить злодеев по лицу весело! Просто представь, что на тебе липкий вонючий свитер. Сразу? Я ожидал от тебя большего, Фелиция. Мы могли бы спать вместе. То есть, работать вместе. Ты бы бросила свои дела и сражалась с преступниками. Паук, я всегда нарушаю правила. Это у меня в крови. Тебе бы тоже не мешало попробовать. Как знать, вдруг тебе понравится. Вон там! Но, Фелиция, работать на Кингпина? Организованная преступность? Ты выше этого! Станет для вас уроком, парни. Если в женщине для вас главное, как на ней сидит костюм кошки, вас ждет разочарование. Я бы хотел поступить правильно, но твоя репутация говорит за себя. Бывают же удачные дни. Никаких фото. Я располнел. Вот это по-нашему.
хотя бы скажешь какую-нибудь злодейскую фразу? Я должна была отсидеть свой срок как паинька и выйти сморщенной старушкой? Я так не считаю. Значит, из тюрьмы тебя вытащил Кингпин? Какой же силой он обладает? Вот к чему все сводится, правда? Сила. Его, твоя и моя. Говорят, злодеи не считают себя злодеями. Это правда? Ну, должны же вы понимать. Совсем не стараешься. Как будто совсем меня не уважаешь. Уверена, ты хуже всех играл в прятки. Похоже, тебе мама внушила, что ты можешь стать кем угодно. Так вот, она ошиблась. Я в курсе, что держусь неприступно, но я... Как можно устоять? Ты мог это предотвратить. Не расстраивайся. Тянем, потянем. Ненавижу, когда мы с тобой ссоримся. Я уже говорила, мне нравится смотреть. Внимательнее. Второй раз я повторять не стану. Ты меня вывесил. Мне нравится наблюдать, как ты входишь в комнату. А еще больше, как выходишь. Однажды я подрался с настоящим неудачником. Так вот, он был лучше тебя. Вечно ты все усложняешь. Зачем? Прими дружеско. Это не по душе, Фелиция. Скажи, что он с тобой сделал? Меня перевели в Рейвенкрофт. И ко мне пришел Кингпин. Позволь уточнить. Мы говорим о Уилсоне Фиске. Ну да. Он знал, как я мечтаю обрести силу, и мог мне ее предложить. И ты была у него в долгу. Так всегда бывает, правда? Доктора проводили опыты. Они говорили, сборка ДНК, скрещивание... Межвидовая генетика?
Ты знала, к чему это приводит? Почему ты на это согласилась? Какой же ты глупый. Все это ради тебя. Чтобы стать такой, как ты. Чтобы мы могли быть вместе. Но потом Кингпин приказал убить тебя. Или умереть. Я не смогла. Я не могу. Фелиция, я не знаю, что сказать. Ничего не говори. Мне не нужно твое лицо. Только губы. Я могу тебе помочь. Защита свидетелей, новая жизнь, никакого Кингпина. И может быть, наступит день, и мы узнаем друг друга как нормальные люди. А я не хочу жить как нормальные люди. Давай сбежим вместе в какую-нибудь экзотическую страну. С нашей силой заживем как короли. Приключения, эмоции, романтика. И тебе это совершенно не нравится? Нет, просто у меня есть обязанности. Значит, меня они не касаются. Обо мне не беспокойся. Я с мишенью на спине неплохо живу. Я не могу тебя отпустить. Фиск купил слишком много копов. Если меня арестуют, мне конец. Я бы так с тобой не поступила, значит, и ты не поступишь. А если вдруг решишь немного повеселиться, разыщи меня. Фелиция, стой! Картина ясна. Фиск убирает всех противников с помощью спецгруппы по борьбе с преступностью и становится Кингпином, а народ его благодарит. Он выписывает пару чеков, и все закрывают глаза. Но дело не только в спецгруппе. Я тоже нейтрализовал его врагов. А кое-кто наводил меня на них. Крэйвен Охотник. Я этого так не оставлю. Нужно узнать больше. Нужна служебная информация о Фиске. И один мой друг может ее достать. Хотелось бы мне знать, как спец... Думаю, Гарри знает о Фиске больше всех.